Всем добрый день! Сегодня будем менять дизайн на джинсах. Принесли мне вот такие джинсы. Если раньше это нравилось девушке, то сейчас как бы вот хочется поменять. У меня нашлись вот такие красивые кусочки кружевные. Одну штанишку я уже сделала. Показываю, что получилось, и рассказывать буду, как я это делала. Вырезаем по форме заплатки больше сантиметра на полтора-два в каждую сторону. Это и будет располагаться у нас внутри. Но сначала надо, конечно, распороть боковой шов. Обычно на узких джинсах одна сторона отстроченная, другая не отстроченная. Вот эту не отстроченную и распарываем. Строчка здесь цепной стежок. Вот повыше этой дырки будем пороть. Если в эту сторону пороться не будет, нам надо распороть здесь, значит, будем распарывать с обратной стороны. Потому что сразу понять, в какую сторону будет строчка пороться, невозможно. Да, значит, отсюда надо. Так, оверлок, насколько я понимаю, трехниточный, и надо распороть вот эту строчечку, вернее, потянуть ее надо. Ну, сначала надрезаем сантиметров через 8-10. Но дело в том, что вот здесь цвет нити соответствует с цветом джинсы, и как бы это не так просто сделать. Поэтому, если вам сложно, можете просто распороть распарывателем. А вообще видео такое было, там я хорошо показывала. Специально там я брала цветные нитки. Ну а здесь вот просто, как говорится, не хочу рвать глаза. И вот так распарываем. Наложили, приметываем вручную. Если вы боитесь поцарапать стол, то можно подложить. Есть такие пластиковые, типа разделочные доски. Вот такие штучки, чтобы не царапать стол. Их применяют в рукоделии очень часто. И я в том числе их применяла не раз. Значит, приметываем и потом пришиваем строчкой. Здесь контрастный цвет по сравнению с джинсой. Если не хотите, чтобы было такое яркое, можете ниточки взять в цвет джинсы. Вполне возможно, я вот пришью такие еще фрагменты. Еще не решила. Вот так все у нас получилось. Считаю, джинсы стали интереснее, более свежие. Все, пошли мерить. Да, забыла сказать, значит, внизу я отстрочила. Строчка называется тройной стежок.
Ну, это вот такая сейчас фишка. Вроде как джинсы подшиты, а на самом деле они просто отстрочены. Ну, чтобы сильно лишнего не махрилось. Вот так симпатично у нас получилось. Джинсы поменялись кардинальным образом. На сегодня все. Надеюсь, мое видео вам пригодится. До свидания. Всего доброго.